Именно у вас в телеграм-канале я увидел это, что вы готовите гуманитарную помощь. Поэтому с собственниками тоже переговорили. Бисмиллях, все, которые они не получили. Нашим ребятам. Участникам СВО. Да, участникам. Всех лабораторная, консультативно-диагностическая помощь и помощь лечению в стационаре тоже с нашей стороны. Дополнение к той гуманитарной акции, которую мы... Который к нам в центр помощи привезли. На самом деле, вы с первого дня не остались. Да, первые дни. В стороне от того сбора помощи, который мы объявили, и вот это сейчас ваше предложение о том, чтобы на базе вашего диагностического центра «Астромед» проводить обследование, диагностику, помощь, лечение ребятам, которые оттуда вернулись. Это очень важно, потому что тот, кто там находится, для нас важен, тот, кто тут бывает, для нас важен, и те, кто вернулись, тоже очень для нас важны. За это вам большое спасибо, то, что не просто в стороне остались, а помощь давали, но еще и дополнительно с таким предложением вышли. Мы сейчас обязательно со всеми ребятами, которые у нас по Махачкале вернулись, составим список. У нас есть высокотехнологическая медицинская помощь, можем оказывать даже туда. Этот первому позвоночнику мы лечим, оперируем, все на уровне. Большое на самом деле спасибо, лично вам спасибо, всем учредителям, лично Ибрагиму Магомедовичу большая благодарность за то, что в стороне не остался и так вот основательно подошел. Это ваш поступок, поступок Ибрагима Магомедовича, это на самом деле не просто зов души истинного дагестанца, это поступок истинного верующего, глубоко верующего человека, вот, что Всевышний воздал вам и в этом и в ином мире за ту помощь, за ту садала, которую вы оказываете.